Я всех приветствую. Мы продолжаем ходить на пороге войны предстояния. Последняя миссия. Вашим отрядом мотопехоты поставили задачу расчистить проход от живой силы противника. Наше командование планирует начать танковое наступление на центр Верона. Нужно разбить противника от Верона, зачистить территорию и обеспечить проход танковым войскам. Итак, прислали дополнительные силы. Давайте начнем. Распределим. Вообще нам ничего не предоставили. Я бы не отказался от G36. Ну что ж. Едем мы в бронетранспортере. Мы на месте, выходим. Не одиноки, нас поддержат еще несколько отрядов. Также вот эти вот штучки, которые очень легко взрываются. Все. Не отстаем. Уже дикая заруба. Куча огня куда-то. Да, они прут. Вдруг там гранатометчики. Я вам приказываю огонь на поражение. Бомбят, дико бомбят. Наступаем. Гранатомет есть. Можем бомбардировать кого-нибудь. Пулемет. Комбур пулемет седьмому. Я, пожалуй, тоже калаш возьму. Потом патронов мало. Нет, нахрен. Ладно, переживем. Пятый. Отлично.
Миссия очень сложная и масштабная, так что нужно по максимуму. Еще бери. Зачем тебе эти гранаты нужны? Пытаюсь найти как можно более жесткие оружия. Гранатомета здесь прицела нет, подствольного. Еще один пулемет, замечательно. Ну-ка, бери его. Еще один пулемет. Здесь у нас гранатометчики, пулеметчики по максимуму снарядились. Походу уже не рабочие. А, ну ясно, конечно. Какая-то крыса там спряталась с пулеметом. Да, не жилец точно. БМПшечка. Все тут серьезно у них. Еще одна. Интересно, может занять? Ходит. Это все нормально с ней, да? Ах, вы подонки-то. Все же нормально работает, че вы? Рации у нас нет. Господи. Ладно, я сам поеду на этой штучке. От патронов она защитит как надо. Очень интересно. Пусть и не пока что. Вот это место, кстати, очень страшное. Здесь русских просто как мух. Это наш?
Вот он. Она буду этого убивать. Замечательно. Блин, не успел. Фиг тебе, а не гранатомет. Это наш. Эх, мне бы стрелка. А то эти болты брезгливые не хотят. Ни в какую не хотят прям. Чистюли. Жаль, что в этой функции нет. В этой игре нет функции, как ударить. Чтобы не поняли, что это. Что жизнь не сладкая. Блин, они смылись куда-то. Через лесок. Никого не видно. Ладно. Пойдем далее. Показалось. Это наш, оказывается. Кто это у нас тут? Вот они, гранатометчик. Последний офицер. Так, там по-любому какой-нибудь отряд еще ждет нас в этом переулке. Сохранить. Все идет довольно неплохо. Пулеметчики. Вот это мне не нравится.
Гранатометчик, ё-моё, убей. Да я их соло просто. На этой рухляти картонной. Какие-то пулеметы здесь у них новенькие. Броня, как слышите? Проход освобожден, можете выдвигаться. Конец связи. Танки поехали. Куда ты собрался, парень? Ты не понял, это с кем они там? Я с вами. Мы все выполнили, танки едут. Что нам еще нужно? Победа! Наши войска пошли в наступление. Отлично.